Unstop, это и понеслась. Третья решающая карта в четвертьфинале 1-1. ДЦ выигрывают Detox. ВВГ выигрывают Unstop. И теперь все решится на Люксвилле. Минус Метро и минус Метаун. Вот такие. Вычеркнули, кстати, Метро Unstop и вычеркнули Midtown Detox. Поехали. Unstop собрались, стали в круг. Там сейчас как раз вот настраиваются на третью карту. Это помогло им вот на второй карте. Но вот сейчас, может быть, и на третьей тоже поможет все это дело. Все. Готовятся. Собрались последние наставления, последнее обсуждение по игре. И сейчас увидим, что произойдет на Люксвилле. Очень интересная карта. Опять же, кто не играет в Point Blank, могу сказать, она... Ну, много архитектуры и много из Prodigy повзаимствовано. Но не все. Есть изменения, там некие изменения с вентиляциями. Ну, и не только с ними. Но вообще направление и, в принципе, вся архитектура такая же, в принципе, как и на Prodigy. Там, не считая только одной лестницы на Апленте, которая идет, ведет вентиляцию. Все, тащи, поехали, собрались, все, гоу. Итак, понеслась третья решающая карта. Unstop it против Detox. Победители выходят в полуфинал и играют с командой Mind через игру. Потому что следующий матч на сцене будет с участием Rocks Haze, которые будут играть с победителем второго стыкового матча. В котором играют Гетаганг и Кислота. И вроде бы Гетаганг там выиграли первую карту. Вроде бы, пока точно не знаю. Ну давайте смотреть за продолжением этого эпического, уже можно сказать, противостояния. И карта Люксвилл в защите Unstop it атакуют Detox. Монетку на сторону, на третьей карте выиграли Unstop it, и поэтому они выбирали здесь сторону. Ну так, постоянно объясняю, что к чему происходит, что происходит. Ну и конечно же, вдруг кто не знает, кто смотрит по интернету, это прямая трансляция с Киев Киберспорт Арены. Ну, по камере вы можете понять. Минус 2 от панды. Очень жестко он там раздался, по-моему, все-таки с длины. Нет. Он уже в девятку прошел. Ого. Минус от Дерокета. Ну, в принципе, посмотрите, бомба стоит. 5 на 2. Рекорд 1 остался. Без фрагов пока что. Unstop это 1-0. Detox просто очень жестко кричат, настроены. И все правильно. Так и нужно играть. Ну, опять же, каждая команда выбирает свой стиль. Кто сидит тихо и абсолютно спокойно проводит встречи, кто много кричит. Ну, кому как удобнее. Все зависит от микроклимата внутри коллектива. Ну, Люкс должен быть по-любому долгим. Я не думаю, что здесь будут какие-то бешеные фасты. Хотя могут быть. Могут быть и быстрые размены. Ну, давайте смотреть и наслаждаться Point Blank. Третья решающая карта. Эмоции, как всегда, зашкаливают. Ну и Rocks Haze. Следующая игра, полуфинал. Либо Кислота, либо Гетаганг выйдут против Роксов. Вот, сейчас посмотрим. Смотрим за продолжением. Минус от панды, минус Lucky Crumb. Снова панда делает фраги. Но пробивает длину. Кракен все-таки поймал сейчас панду. Неплохо. И 4 в 4. Но как бы атака уже сделала размены. Теперь уже больше пространства на карте появилось. И более мобильная атака. Кракен минус. Вот теперь посложнее. 3 в 4. Ну, смотрим дальше. Непонятно пока, что все-таки готовят. Хотя нет, уже понятно. Бомба стоит. Ну что, и Лало увидел тумбу. Пытается там снять игрока. Сложно. Карвари. Важный минус. Забирает Фаршика. 3 в 3. Кракен делает фраг. 3 в 2. 21 секунда пока еще есть. У защиты размен. 1 на 1. Рекорд против Ace of Trump. Ну, всю онлайн-часть практически. Ну, до этого там начинали вместе. Потом по-другому все было. Ну, вроде успел. Вроде успел рекорд, сейчас увидим. Да, должен успевать раздефузить бомбу. Донат стоит 1-1. И пока все равно. Миссия успешна. Миссия успешна. Начало миссии. Панда.
Ну, третий раунд подряд он делает первый фраг. Lucky Crime забирает Нортика. И со старта 4 в 4. Но опять же, считаю, что вот если размен с начала карты, с начала раунда, то, по сути, атаки от этого только гораздо проще. Опять же, лишний один игрок защиты. Где-то появляется брешь в обороне, поэтому можно что-то решать. Более мобильная атака. Ну, я уже об этом говорил. Есть больше вариантов для продолжения раунда. Ну, 3 в 3 еще легче, как говорится. Ну, как бы защита тоже может играть довольно неплохо. Смотрим, The Rocket минус, рекорд, Крам отвечает, Деричи забирает Крама. Вдвоем и Лало, и Кракен остаются. Ну и давайте сейчас смотреть, что здесь будет происходить. Кракен с питона забрал, ух ты, одного. Ситуация 2 в 2. Давайте продолжать смотреть за тем, что сейчас может произойти на карте у нас. Ну и есть, да, времени целая куча сейчас. Очень быстро довольно сыграли. Детокс этот раунд, бомба стоит. И смотрим, как будет выбивание происходить. Кракен и Лало, Деричи, Панда, Деричи минус Кракен и Лало один. Вот теперь уже очень сложно здесь. Могут игроки атаки, команда красных, просто выломать мозг тебе. Вот дергать тебя вокруг планта. Постоянно Панда промахнулся. Ой-ой-ой, в ответственный момент. Хотя этот парень сегодня редко промахивался. Один на один, дуэль, дуэль. Панда, Панда или Лало, да что ж такое, ну кто кого, ой-ой-ой, Лало берет раунд. 13 хелсов осталось у Лало, практически получилось потащить, но раунд за анстоп, 2-1, это третья решающая карта. И сейчас у нас очередной, очень красивый и напряженный раунд. Давайте смотреть за продолжением. Что это такое? Размен. Но уже мы видим, поджим агрессивно пытались сыграть. А анстоп снова разменялись. Ну и как бы, в принципе, именно пока что 4 на 4 получается играть после размена. Но вы видели, там буквально на саплях все тащится. Предыдущий раунд потащился еле-еле. До этого рекорд 1-1 взял вроде бы как. Ну, опять же, все ситуации очень сложные. И все решается буквально в дуэлях. Карвари важный минус. Забрал тумбу. Сразу же хедшот поставил и Лало. А вот теперь уже... немного посложнее защите, 3 в 4, и смотрим, что придумают парни. Нет, Крам забирает одного, вот я вот этого парня хочу вам показать. Ну, пока фугас установлен, бомба стоит, и теперь уже... Ой, какой важный минус, рекорд поймал в лузе Эйса сейчас, который тут перехватывал парней, которые пытались там прыгать вниз, там делать ВДВ. Ну и смотрим... 3 в 2 ситуация. Очень хорошо здесь зашел рекорд. Один остается Дероки. Там, ну просто Дероки, я слышал, помоги. Там попросил тиммейта помочь. Тут сорвался с тумбы, но чуть не посмотрел налево, где уже был рекорд. И третий раунд дефузит бомбу. Анстапады и 3-1 выигрывают в защите. Три раунда подряд сейчас тащит. Ну, напомню, третья решающая карта. Кто сейчас выигрывает Люксель, тот выходит в полуфинал. 1-1 по картам между командами. Соперники достойны друг друга. И хочется красивую игру увидеть. И равную борьбу на третьей карте. Такое может произойти. Могут быть и овертаймы. А может быть какая-то игра там очень уверенная. От, ну, в данном случае уже от команды Unstopped. Пока что они выигрывают 3-1. Но никто не говорит, что детоксы не смогут сделать камбэк и точно так же классно защищаться дальше. Ну, судя по крикам в зале, могу сказать, что там еще идет игра. Тоже стыковая, параллельно этой. Панда, первый минус, но это уже, наверное, по традиции. Фраги от панды на длине. Но, правда, потом команда все равно анстопы вчетвером нормально разыгрывает. Потом всегда умудряются забрать одного. Вот, вот видите, Кракен минус, уже 4 в 4. Тут какой-то один и тот же сценарий в каждом раунде. С разной концовкой. Минус от фаршика и защита уже в большинстве. Смотрим войну на троечке. И Лало, минус 2. Тут с Кракеном повозились, неплохо сыграли. И минус от фаршика, 4-1, уверенно пытаются тащить Unstopped, уверенно хотят попасть в топ-4 9-го сезона Intel Challenge. Да, кто смотрит стрим, друзья, ну стоит напомнить вам, что уже идет, уже как 3 или 4 дня, сегодня 4-й день регистрации на аматорскую лигу 10-го сезона Intel Challenge, и у вас есть шанс побороться и в конце концов попасть там в 11-й сезон Суперкубок. Опять же, побороться за призы и попробовать свои силы. Хороший шанс, хорошая тренировка может произойти в аматорской лиге. Ну, те, кто хочет сразу играть в суперкубки, будет онлайн-часть, онлайн-квалификация в суперкубок.
Могли вы вчера еще приехать сюда, в Киев Киберспорт-Арену, и сыграть здесь лан. Четыре квота в Суперкубок разыгрывались, плюс неплохой призовой фонд. По-моему, 2700 долларов. Очень приятно, вот, дополнение к квоте в Суперкубок. Ну и четыре команды уже украинских попали. Попали в 10-й сезон. Ну, так же, как и 16 команд, которые там остались. Но еще нужно определить там целую пачку. Пока 2 в 3. Кракен и Лютый Фаршик остаются вдвоем. Но опять же, не будем заранее загадывать. Тут как-то безумным образом тащатся раунды команды Unstopped. Бомба стоит. Но вот, возможно, сейчас хороший раунд могут показать Детокс и выиграть его. Но смотрим. Фарш минус эйс. Панда жив. Панда сейчас будет тут не выпускать, конечно же, Фаршика. Не промахивается на этот раз. И 4-2. Еще три раунда. Ничего не ясно в игре. Потому что вот точно так же тащить могут и ребята из Detox. Но я помню, что Unstopped, вот эти вот парни могут интересно защищаться. Рекорд здесь тоже неплохо. Ой, Лютого Фаршика слил Панда. Фарш пошел в аркаду. По-моему, сам даже, кстати. Ну, не буду говорить, сам или нет. Но наказали его. Рекорд. Прифайром пытался поймать Нортика. Не получилось. Продавили тройку. И посмотрите, сейчас, по-моему, будет уже 4-3 счет. Ну, смотрим. Минус от Илоло. Пока еще рано об этом говорить. 3 в 4. Вот сейчас вот этот фраг решит. Первый фраг решит. Если его сделать защита, то 3 на 3 все нормально. Делает атака. 4 в 2. Раунд практически выигран. Ну, если без лишних тупнячков. Минус от Эйса. Пробили плент А. 2 в 4. Хорошо попадает Краки. Но Дерокет сразу же в спине. Отличный фраг. Крам один. Лаки Крам против троих. Хорошая хаешка от Дерокета. 4-3. И еще два раунда. Вот более-менее уже сравнялась игра. Собрались детоксы. И пока играют очень неплохо. Ну, давайте смотреть, что будет дальше. Пока что все очень интересно. Опять же, третья карта между командами. Она решающая. 1-1. Счет в серии. Ну и сейчас кто-то пройдет дальше. А кто-то займет 5-6 место на чемпионате. Кто-то уже сможет попасть в топ-4. Минус от Рекорда. Минус от Кракена. Рекорд, да что ж такое вообще. Все попадает сейчас. Unstopped, Рекорд еще один фраг сделал. Я ни один фраг, по-моему, не поймал. Минус от Лаки Крама. И у нас 5-3. 5-3 в пользу Unstopped. Последний раунд первой половины. Ждем продолжения. Ах, не получилось Панде сделать первый минус, потому что он тут раунда 4, наверное, делал первый фраг с длины, но и в этот раз Рекорд точнее, Лаки Крам минус, как-то детоксы быстро пытаются играть, поменяли темп, но это пока что не приносит свои плоды, Unstopped 3 пятером против троих остались. Минус Лаки Крам, так, смотрим, Дыричи 4 в 3, не так все просто, бомба стоит. Нортик еще делает фраг. Смотрите, что происходит. Ой-ой-ой, Рекорда убили. Да как так? 3 в 5. Парни из Unstopped что-то вообще нам намутили. Непонятно. Кракен уже один меняет девайс и его убивают. Вообще жестко потащили. 5-4 счет в матче. Всего лишь один раунд между командами. Unstopped имеют маленькое-маленькое преимущество в этой игре.
Ну что, давайте продолжать, парни. Давайте продолжать. Давайте посмотрим вторую половину, может быть, последнюю, может быть, будет овертайм. Я даже не знаю. Рекорд пока еще не готов, сейчас он должен стартовать. Да, все, запускает, и понеслась атака. Атака Анстоподов, ну и им нужно будет напрячься. Начало миссии. Кто-то наступил, по-моему, на Фаршика только что. Ну что, первую минуту простояли, попугали друг друга. Я слышал, перестрелки там где-то в районе парочи были, но мы видим по плеер-бару, что все... Все тихо, контакта особого не было. Ну, пора бы уже что-то придумать парням из Unstopped. Интересно, что они, конечно, сейчас намутят в этом раунде. Традиционный, конечно, тут парыч. Префайерами не выпускают. Ох ты, Дричи как заваншотил сейчас Фаршика, причем не хедшотом. Кракен как попал в панду жестко. Вроде бы панда мог сделать минус, вот чуть раньше нажав на кнопочку. Но Кракен был быстрее. На этот раз он был быстрее. 4 в 4 ситуация. Смотрим за продолжением раунда, смотрим, что тут придумывает. Это да, лбом протаранит точку. Не самый лучший вариант был в этом эпизоде. Так, Кракен с ним попадает, борьба, Нортик минус 2, Кракен остается 1 в 4 на долю секунду, забирает Деричи, и теперь уже 1 в 3 будет пытаться что-то сделать. Ого, Кракен с шотганом, хедшот, Карвари ставит, 1 в 2, Дерокет и Нортик против него. Не, ну интересно, конечно, как Кракен, вот скинув свой девайс, сейчас будет... Работать с 18.87. Бомба была установлена. А он никак. Он пошел, поставил бомбу. Ну, давайте смотреть. Дави. Ну, задавили. Минус от Рокки. Да, от Рокки-то и у нас уже главный счет 5-5. 5-5 на третьей карте. Опять же напомню всем, кто недавно подключился. На первой карте выбор команды Unstopped. Выигрывают их соперники из Detox. На второй карте выигрывают ребята из Unstopped на выборе ВВГ, на выборе Detox. Роксы, пропадите. Минус от Дерокета, Фаршик отвечает. Смотрим за продолжением. 4 в 4. Нет, Дерокет догнал Фаршика. Не успел тут уйти на 7. Смотрим дальше. Минус от Лаки Крама. 3 в 3. Война на тумбе. Ох ты, Деричи где-то успел поймать рекорда. Рокет минус и Лало. Лаки Крама 1 в 3. Ну, пока защищаются детоксы. Хорошо, в спину догнали. Догнали Крама. Карвари был на месте. И вперед выходит детокс. 6-5. Очень серьезная игра, даже не знаю, чем все закончится. Тут вот раунд в раунд.
И непонятно все-таки, как будет идти атака у Unstoppet. Пока не очень хорошо, но фраги делали там, ну, как бы, но все равно втроем, два раунда подряд втроем, все равно живых игроков прям оставались. Сейчас, подождите. Отгоню от себя Годханта. Чего? Первый минус. Забрали рекордом. Кракен. Вот наконец-то попали. И СМ-200. И теперь уже 4 в 4. Но сейчас увидим. На улице кого-то, по-моему, поймал Кракен. И теперь уже нужно смотреть за другими позициями. Выход на тумбу прошел. На 3 пока. 2 минуса. Ух ты. Лалой. Лаки Крам. Причем, видите, какая у него ситуация. Он смог сделать фраг. Карвари Краму ставит хедшот. Его забирает фарш. И Дерокет 1 в 3. Забрал Кракена. Кракен, ну, решил сыграть агрессивно, сделал выстрел и выходил на второй, но сразу получил прямо в маску. И теперь против двоих Дерокет. Это проблема все-таки. Все равно два игрока не так страшно. Но сейчас идеально отыграна ситуация команды Unstoppet. Они сравнивают счет в этом матче 6-6 в третьей решающей карте. Минус от Кракен, но от фарш первый сказал Аркада, ну как-то не ждал перед собой игроков, непонятно, что так он выходил. 4-4 по игрокам. Ну и пока мы видим дымы под библиотекой и больше ничего. Так, очередной крик из зала. Честно, не знаю, как идет игра между Кислотой и Гетаган, как там вторая, может быть, уже третья тоже карта идет параллельно, действительно равные команды. На лане у нас пока небольшой размен. Рекорд разменялся, попытался там продавить позицию, но, в принципе, один минус сделал. Это тоже очень важно. Полезен рекорд. Со своими фрагами. Итак, 3 в 3. Панда, Нордик, Эйс, Илало, Кракен, Лаки Крам. Ну, в принципе, все в таких ситуациях и будет решаться. 3 в 3, там 2 на 2, 1 на 1. Ну, мы помним, что выигрывали там что-то 5-2 или 6-2. Нет, 5-2, по-моему, выигрывали. Unstoppet, размен, панда успел дать один минус. Вот сейчас его загоняют, остается Эйс против двоих. И Лало, и Лаки Крам вдвоем. Видит его, ну что, смотрим. На морозе вылетает и Лало, и просто сносит Эйса. 2-2, и это уже 7-6 в пользу Unstoppet. Ну вот снова качели. То одна команда выходит вперед, то вторая. И, нечестно, вот может быть и овертайм легко. Легко, может быть, овертайм сейчас. Первый фраг от рекорда. Это поджим длины. Он законтролил, поймал здесь Деричи и не умер от панды. Вот так, пока еще. Пока давайте смотреть дальше. Не, молодцы. Молодцы, Unstoppet тоже умеют иногда собираться, но детоксы ничем не уступают. Ну, разве что пока что одним раундом в третьей решающей карте. Фарш минус дал. Вот теперь посерьезнее. 5-3. Рекорд минус. Фарш минус. Ой-ой-ой. Нортик один. Забрали без потери. Ого. Вот это серьезно уже. 8-6. В пользу Unstoppet. Два раунда до полуфинала. Очень близко все. Но как бы не так далеко и детокс. Если они сейчас вот как-то без ошибок отыграют, то все будет хорошо. Так. Это очень интересно. Поворот событий. Знаете, с каждым днем мне кажется, что MC все-таки хуже оригинального по 90. Вот. Нереальная пушка. Так, где у нас Лаки Крам уже дал минус, забрал панду. Ух ты, без панды тяжело, он опасен. Так, что происходит? Фарш минус, Крам попытался задавить плент, не получилось, но забрали все-таки Дерокета гранаты. В это время два минуса от Детокса и Ричи. Деричи один, ну смотрите, это демки-мувики могут быть, смотрим внимательно.
Не попал! Как так? Ой-ой-ой, там три красных. У троих, по-моему, вот у двоих точно меньше 10 хп было. У второго максимум 15, у третьего максимум 15. То есть я думал, с P90 сейчас просто мувик пройдет. Чудом он не попал. Но опять же, там скиллы, наверное, не под P90 были раскиданы. Так бы сбрил бы троих, вот вообще не, просто вот не почувствовал бы даже. Можно было просто пролететь по карте и легко собрать троих. Но, вы видели, не повезло, не был точен в этом эпизоде. Матчпоинты пошли для Unsop. Это один раунд из трех, и они в полуфинале. Один из трех нужно выиграть. Ну, понятно, детоксом три из трех. Три тащить на ничью, овертайм, и там можно спасти еще свою карту. Точнее, третью решающую. Так, какая-то пошла, равный размен. Тричи минус два, с по 90 сделал. Видите, в этот раз засчитало все по голове. Как он не убил в упор в предыдущем раунде, ну непонятно. Ну, магия по 90. 3 в 2. Ой, рекорд нашел в пленте Карвари. Кракен, победа, Unstop It. Они выходят дальше. Они будут играть с майндами через игру. Ну а сейчас мы можем пригласить на сцену команду RockSkies. И пока я не знаю, как закончилась встреча в зале. Есть уже результат? Кто выиграл, скажи просто. Гетаганги вышли? Вот так вот. Гетаганги вышли. Смогли обыграть Кислоту. Вот это да. Мне сказали обновить сайт. Но сейчас зайду, посмотрю, что у нас. Какие счета были, объявлю вам. Так, друзья, быстренько зайдем на...